Здесь сегодня находятся мне самые близкие люди, самые близкие друзья. Я вам очень благодарен за то, что вы сюда приехали, вы с нами и проводите, надеюсь, замечательное время. I would like to offer you a warm welcome to Chateau Chaland. We're gathered here today to witness the marriage of David and Yevgenia, to share their joy and to celebrate their love. Все, что вот сейчас вижу, это была какая-то вот часть моей мечты детской. Я думаю, это каждая девочка мечтает. Я благодарна своему будущему мужу, который мне все это организовал и сделал. Мне слов не хватает. Это безумно красиво. We celebrate this unique time in their lives and make it meaningful by entering into it in an attitude of respect for their deep commitment to each other. В тяжелую минуту человек не теряется, да, а вот как поддержка, вот как стена, которая, в принципе, я считаю, что каждой женщине нужна. Я даже сегодня думал, почему наши отношения, как они зашли так далеко, что вот я наконец-то решил жениться на ней. Я не могу понять, я реально не могу понять, как это все дошло до этого. Но я счастлив, это самое главное. Я люблю ее. Все, что мы строим в этой жизни, в принципе, мы вот как будто идем по одной полосе. Я думаю, что вот это и есть самое главное. Я тебя очень сильно люблю, и я благодарна Богу, что я тебя встретила, и что так все произошло. You should say to the world, this is my husband. This is my wife. So now it gives me great pleasure to declare that you're husband and wife together. Congratulations. And now, finally, David, you may kiss your bride.